Сауна. Напугай. Ху-ху-ху-ху! Ребята, в сауне мужичок в труселе. Найди деньги. Ребята, такие два свина смешных. Фу! Лера! Надо тебя остановить. Ого! Там сейчас гном тебе ремня даст. Видела, какой у него? У Тореадора тут. Еще раз. Так. Считай. Ребята, это катастрофа. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Продолжаем вытирать и дорисовывать. Всем привет! Привет, друзья! Всем канале Лишка Плей! Где Бориса? Кто такой Бориса? Бориска — это человек, который делает кофе. А вон и Бориска. Он, короче, упал под стойку, ребята, и лежит там, хрюкает, храпит. Обалдеть. Где Бэтмен? Ну это же Супермен. Папа! Супермен-то голенький на крыше. А вон какая-то Бэтмен, смотри, с рожками. А им нужно победить этих пришельцев? Вот и Бэтмен. А что у него на голове? Ребята, а что у Бэтмена на голове, кто понял? Найди вампира. Скажите, вы вампир? Вампир? Вон вампир. Нет, то принц. Это волк не вытирается. У этого топор в башке вообще ничего не вытирается. Где же вампир? Непонятно. Что-то с этим парнем не то, мне кажется. Вон вампир! Ребята! Он там крови напился и лежит, короче, под этой подстойкой диджейской. И там спит. Чей это дом? Давайте подумаем. Так, вытерли, непонятно. Это дом Джо Байдена! Ничего себе, друзья! Это Белый дом США! Обалдеть! Поехали дальше. Как к зеленой машине уехать? Я помню, надо было шлагбаум вытереть, друзья. Проходили мы этот левел с вами. Вы крутые. Как называется корабль? Титаник. Четыре трубы было у Титаника. Но я не могу, к сожалению, вытереть лед, где там название у него, оно что-то не вытирается. Может быть, айсберг? Скалу он должен... Бздынь. О, ребята, он ударился в скалу и утонул, друзья. Круто, но флажок остался торчать. Сделай его добрым. Вытираем бровки. Забудь, что ты злой. Ты же добрый. Поехали. Найди оборотня. Ребята, вот это интересно. Давайте посмотрим. Кто же из них оборотень? Так, вытерли оборотня. Волк. Может быть, волк оборотень? Нет, волк не оборотень. А ну. Лошадь оборотень. Лошадь оборотень. Кто мог такое подумать? Сауна. Сауна. Напугай. Ху-ху-ху-ху! Ребята, в сауне мужичок в труселяшках розовых, друзья. Лера, тихо, подожди. У меня сейчас будет... Круто, ребята. Поехали дальше. Где парус? А где парус? Не знаю, где парус. Вытираем бутылки в водичке. Где же парус? Мужик проснулся. Папа! Он из штанов сделал парус и уплыл. Друзья, крутяк, помоги ему. Это Iron Man. Как ему помочь? Супермен, Супермен. Сопли так. У него до колен. Да, вытираем у него. Пикачу! Пикачу появился! Ребята, круто. И кому мы помогли? Мы помогли Iron Man или Пикачу? Напугай его. Давайте посмотрим. Там манекен стоит голову. Это Терминатор Т-1000 из второй части. Ребята, сейчас вот это мы его напугаем. А там кто? Там кто-то спит? Собачка. Собачка? Терминатор, напугай ворюгу. Я тебя сейчас съем. Мне нужна твоя одежда и мотоцикл. Фу ты, и все твои конфеты. И все твои конфеты. Где моя кукла, папа? Ой, я не знаю, доченька. Давай поищем. Сейчас мы поищем. Бегемот ее съел. Ребята. Смотри на девочку сейчас. Съел куклу ребенка. Думаю, девочка будет такая в трансе. Давайте посмотрим. Папа съел куклу, толстый бегемот. Найди русалку. Сейчас найдем. Русалка. Так, это рыбка. Вон русалка спит. Там жемчуг, а там рыбка спит вторая. Нашли, друзья, в какой ракушке спала русалка. Поехали дальше. Поддержите нас лайком. Где шкафчик? Какой шкафчик мой? Он какой-то в очках. Это ботан. Девочек. Это девочкин шкафчик. Этот вообще закрытый. Тот, это куча учебников. Его. А там спортсмена, потому что там бейсбольная бита и мячик. Это его книжки, поэтому это его шкафчик. Он же у нас, друзья, любит читать. Читака, ботан, защити ворота. Ворота, ворота маленькие. Делаем меньше, чтобы шайба пролетела мимо. Не понял, я меньше. О, смотри, там дырка во льду. Может, шайба может в эту дырку упасть? Не хочет. Падай. Не хочу, падай. Не хочу. Ребят, наверное, все-таки дело в воротах. Причем, наверное, только лишь в воротах. Вратарь не вытирается. Да хватит вытирать эту дырку. Да я же хочу аккуратненько, вот так. Во, все, наконец.
Да! Шайба пролетела мимо, друзья, и гола не случилось. Защитили ворота. Поехали дальше. Найди льва. Там льва нету. Вон льва. Лев у него на руке наколот. Нашли льва. Друзья, крутяк. Погнали, следующий. 290 левел. Сделай картину дороже. Такая была красивая картина. А мы сделали черный квадрат Малевича. И сразу, наверное, цена сейчас как взлетит, друзья. Она, да, она стала бесконечной. Хотя это я даже могу сделать. Открой сейф. И я могу такое сделать. Такое каждый может сделать. Мы же с вами художники вообще. 71 у нас код сейфа был. Так, открой сундук. Какой же ключ из этих пятерых может подойти? Так, замок не вытирается. Не этот ключ не этот. Не этот. Этот тоже не этот. Центральный не он. Этот. И не правый. Да, ребята, вот этот ключ должен подойти. Открыли, и что же в сундуке? Сокровища, много золота. Останови быка. Бык, не беги, нам игра сказала тебя остановить. Ого, там сейчас гном тебе ремня даст. Видела, какой у него? У Тореадора труселяшки. И гномик там своими трусами машет. Ребята, это называется трусы против быка. Ребята, не корида, а трусы против быка. Откуда взялись деньги? Давайте посмотрим. Там Бэтмен, смотрите, там разбрасывает. Спайдермен внизу. Спайдермен. У него сопли до колен. Спайдермен внизу там загорает под кучкой долларов. Я почему все летает, друзья? Да, потому что это Star Wars. Звездные войны. Это Дарт Вейдер все заставил летать. Друзья, кто смотрел все части Звездных войн, напишите нам. Кто не смотрел, посмотрите. Очень классный фильм. Поехали дальше. И лавка. Так. Разгадали. Помоги Марио. Да. Вытираем пламя. Марио. Может быть, что-то верхний... Марио в купальнике, ребята. У Леры аж от этого шока. Грибочек. Надо Марио дать грибочек. Тогда он вырастет, друзья. И всех победит. Круто. Начни урок. Это Гарри Поттер. Чтобы начать урок, она должна из кошки превратиться в ихнего учителя. Да? Это Рон Уизли, Гарри Поттер. Время и, есть, ну, видимо, кошку надо вытирать, я не знаю. Но это что-то не помогает ничего. Ночь? Может, ночь? Нет. Тоже нет. У этих ребят ничего вообще не вытирается. У Гарри не вытирается. У кошку еще раз. Время. Часы. Часы. Вау! Получилось! Ребята, вытерли. Круто. Так, где я? Ты у себя дома. Ты прибыл на машине времени к себе, друзья. Домой. Найди опасность. Давайте поищем. Акула и краб. Кто же опасней? Акула! Немо стало страшно. Найди деньги. Ребята, такие два свина смешных. Вуфу! Лера! Короче, муженек съел все деньги. А это друзья. Свинья-копилка. А, копилка. Эй, это свинья, все пожрут. Это свинья-пожралка вообще-то, а не копилка. В чем его секрет? Рокстар. Ребята, бородатый в розовом халатике. Вы представляете? Успокой собак. Давайте успокоим собак. Как же это сделать? Ой, какашечку одному на голову уронить, а второму лягушечку. Так, ребята, может быть, эту стену вытереть? А ну попробуем. Что это за лестница? О, разбежались, друзья. Разошлись. Итак. Так, вытираем, друзья, очисти конюшни. Вытираем. Так, это правильно. Пруд. Кстати, очистить конюшни просто так не получится. Нужно впустить воду с реки. И тогда конюшни обчистились сами, друзья, и сломались. Еще вау. Так, считай. Ребята, это катастрофа. Давай посмотрим, что вообще вытирается. Так, это вытирается. Нижнее вытирается. Давай вытирается. Просто все вот так вот подряд. Блин. Вот, так, правильно. Это мы вытерли правильно. Друзья, это просто, я не знаю, почему 5-11, 4-11, это что, 10 дроби получается с сотыми долями? Что себе, 5-11. Мы решили ребята, даже не считать. Ребята, наугад получилось, потому что тут считать это очень... Кто тут лишний? Поехали. Так, это Юлий Цезарь, это, короче, гладиатор, видимо, Спартак сражается со львом. Давайте посмотрим, что нужно здесь вытереть, чтобы все-таки гладиатор не погиб. Так, вытираю ему руку, вытираю льву цепь. Может быть, зрители какие-то должны появиться? Зрители, да. Зрители, выходите, гладиатору нужна ваша помощь и поддержка. Лев, не нападай. Лева, ты сегодня хорошо покушал? Может быть, на него Цезаря уронить? У него, кстати, под ним мостик вытирается. А ну-ка. Опа.
Есть, друзья, скормили императора льву. Вы представляете, какая красота? Найди человека-невидимку. Ну вот же ж он, нашли. Все, ребята, вай, там парень, ребята, смотрите, какой прикрывается. Найди золото. Так, что у нас? Ой. Протерли. И чего? А где золото? Может быть, в этом отсеке? Может быть, в этом? Нефть! Нефть, ребята, черное золото! А я-то сразу и не дотуркал. Сделай радугу. Каких цветов нету в радуге, Лера? Черного нет. Розового нету. Коричневого нету. Черного нету. И серого нету. А все остальные? Все остальные радуга. Сейчас она превратится, наверное, в настоящую радугу. Круто! Обалдеть. Что она ищет? Она ищет курочку. Колобка? Колобок. Колобок, колобок, я тебя съем. Укатился, ребята, видели? Так, спрячь всех клонов. Так. Симпсоны. Нафиг. Одного спрятали. Нафиг. Один еще на нафиг. Крыше. И один за кустом. Все, походу? Да, ребята, спрятали всех. Обалдеть. Выиграй. Выиграй. С двух боков в доминошках по троечке. А у нас с вами 5 и 4. Может быть, нужно взять какую-то одну? Так. Из них? Может, надо что-нибудь стереть, какие-нибудь штуки? Ну, видимо, если я сотру, я пятерочку поставлю, но это не помогает. Ну, как-то не очень будет. Там двоечка, мне это тоже не поможет. Может быть, на самой своей костяшке? Да! Тройка. Как? Ребята, все! Мы победили! Друзья, поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на наших каналах Валеришка Максим Play Games. Все ссылочки, друзья, в описании. Не пропускайте новые серии, ведь мы все стараемся только для вас. Потому что вы у нас самые лучшие, мы вас всех очень любим, друзья. Всем пока-пока.